Ни хрена себе. О-о-о. Охренеть. No! Oh! Oh my God! Боже! Не говори, что он... Черт! Вот это дичь! Просто сразу два Apple разбились. Тихо. Вот это мне напоминает старые добрые времена, когда мы шли с моей крестной по улице, и на нас также напал этот. Не петушара на нас напал, а этот. Как его? Скажи мне. Индюк! Мы такие идем. И он прям летит на меня такой. Ох, курой! Я еще маленький тогда был. Я давай дергаю от него. Он за мной, короче. Потом меня, короче, крестная взяла. Не гусь. Это индюк был. Индюк. Взяла меня на руки и все. Он тупо пристал ко мне, короче. Ну понял, он на маленького меня. Я был слабый. А на него он не лез. И он на улице привязался ко мне. Я аж охерел тогда. Индюки — это, конечно, страх детства. Офигеть, там людей скопилось. Охо-хо! Holy shit. Я давно индюки не смотрел смешные. Я сейчас буду просирать в этом челлендже. Не засмеяться. Не знаю, но вот это... Фигня. Ни хрена себе. Его занесло или чё? Не знаю. У тебя башка вот так сейчас была, чувак. Go ahead. Что они делают? Ну понятно. В принципе, чему я удивляюсь, если все моменты, в принципе, идут оттуда. Ну не знаю, но когда падают, ну, в принципе, ничего смешного нет. Я, в принципе, и не смеялся. Что? А вот это тебе не смешно? Просто тёлка забыла ручник поднять. Ручник. Не, я, по-моему, тоже забывал иногда ручник дёрнуть. Но у меня как бы машина в ямочке стояла и никуда не покатилась, мое счастье. Поймал. Through the rubbish everywhere. But look,
What's wrong, socks? What's wrong with you? You stuck, are ya? You stuck? Ты говоришь, застрял, что ли? Блять. Не знаю, я в детстве... Зачем прыгать на мусор? Вот я не знаю. Ну ладно, дети, ладно, понятно. Вот ладно, я в детстве крутил вертухи, и то крутил, когда снег был. До хера вот такие сугробы, и я крутил сальтухи, помню. И назад, и вперед у меня прям на ноги получалось, и осталось снег. Но никогда не рисковал прыгать на землю. Блин, ну в мусорку зачем прыгать? Ладно. Да не ясен как, почему кому-то больно, да не ясен. Разное есть. Ну хотя, возможно, ты прав, да. There is a motherfucker. Он на велике? Я сразу почему-то сразу понял, кто едет в машине. Люди! Люди! Милота. Блин. Не говори. А, он так приезжает. Офигеть. Офигеть, такая низкая тачка, я офигел. He loves to get... Ow! Okay. That's Charlie. Drop it, right? Slow. Блин, я в следующий раз, наверное, попробую челлендж. Я просто дохера угорю, не знаю, мне просто смешно. Потому что я еще и базарю с вами и смотрю. В следующий раз я, наверное, попробую набрать воды. Или я не знаю, что-нибудь реально челлендж, чтобы не засмеяться. А то я так просто здесь... Просто так здесь угораю и все. И никакого наказания. А за это надо наказывать. Oh, fuck. No. Looking good? Yeah. Looking good? Fuck! Oh! Almost! Oh, fuck! Блин, лимон не скучает. Все, скушаю, Синкар. Скушаю, все, виноват. Я думал, все забыли. Ты смотри, какой я. Я съем, все. Выпусти меня отсюда. Понял. Что там челик делал, брат? Мне интересно. Don't break the window. Open the door and have a look. Yeah. Shut the gate. Oh, where is it? Can you see it? Не, я, конечно, против этого, но это реально смешно было. Я всегда так хотел кого-то подъебать и напугать. Но вот это так лучше не делать, а то дети будут заикаться, наверное. Даже не наверное, а точно. Опа. Ты понял?
Так а чё они ей-то не помогли? Тётку куда-то унесло или чё?